Раз, два, три, четыре. Ай! Пять. Получается кровать. Да нет, шутка. Здравствуйте все, кто любит лепить из пластилина. Сегодня мы с вами будем лепить красного. С большими вот такими черными глазами. С большой красной головой. Лепить я его буду на каркасе. Для того, чтобы у нас хорошенько он стоял. Как всегда, начинаем делать форму туловища, ног, рук. Накидываем пластилин, хорошенько его приминаем, а потом лишнее отрезаем, придаем фигурке форму, какой она должна быть. Везде по чуть-чуть. Если где-то не хватает, можно добавить пластилина. И начинаем его хорошенько приминать. Делаем ему финальную форму. Делаем рукава. Отделяем руки от туловища, отрезаем под ботиночки ему место. Сейчас делаем ему простые ботиночки. Вот такая у нас получилась форма. Берем черный пластилин, катаем его, загибаем для того, чтобы у нас получился ботинок, отрезаем. И для того, чтобы, ребята, хорошо его вставить, делаем вот такой надрез и просто его вставляем. Потом берем и хорошенько сверху прижимаем ему штанину. И ботинок получился на месте. Сейчас ему сделаем рубашку, уголки и планочку. Аккуратненько, не торопимся. Вот у нас такой получается джентльмен в полосатом костюме. Тут самое главное не торопиться. Все делаем аккуратно и спокойно. Галстучек не забываем ему сделать. И начинаем делать ему тоненькие полоски. Они у него по всему костюму. Их сделать самое трудное. Но их делать обязательно надо. О, привет! Пришел друга своего проверить. Сейчас будет готов. Тут придется попотеть. И их делать не так-то и просто, эти тоненькие полосочки. Главное здесь усидчивость. Отрезаем, прикрепляем, все как всегда. Делаем ему такой вот надрез, пуговицы. И делаем ему такие вот руки, ставим их на место. Наша фигурка практически готова. Еще один. Да что ты, не даете доделать фигурку. Сейчас будет готов. Иди, подожди. Начинаем делать голову. Катаем такой красивый шар красный. Отрезаем. Не забываем обязательно надрезать. Ставим на место. Ну, глаза, я думаю, любой сможет сделать. Их сделать очень просто. Вон какой получился, похожий на стрекозу. Ребята, чуть не забыл сделать внизу ему такие вот полосочки. Думаю, чего-то не хватает. Смотрите, как с ними здорово получилось. Ну что, ребята, наша фигурка готова. Получился неплохой у нас такой персонаж. Давайте всех соберем друзей. Оранжевый, желтый, зеленый, как всегда, перепуганный. Не поймет, где он находится. И розовый. Ставим фиолетового на место. Все наши друзья в сборе. Вон он какой. Всем, ребята, большое спасибо, кто смотрит наш канал. Будем лепить новых персонажей. До новых встреч. Всем отличного настроения. Пока.